С древних времен люди осознавали, что источником света и тепла, основой жизни на Земле, является Солнце. Во многих религиях Солнце было главным духом или главным богом. Но что такое Солнце? Как оно устроено? Почему оно светит и как влияет на жизнь Земли, мы узнали сравнительно недавно, меньше века тому назад. Познакомимся поближе со звездой по имени Солнце. Как и вся Солнечная система, Солнце сформировалось примерно 4,5 миллиарда лет назад из гигантского облака газа и пыли. Случайное сгущение притягивало к себе окружающий газ. Чем больше становилась масса сгустка, тем сильнее притягивалось окружающее вещество. 98% массы облака сконцентрировалось в одном огромном коме газопылевой материи. Гравитация сжала его в плотный горячий шар. Шар получился большой. Он в 330 тысяч раз превосходит нашу планету по массе. Его диаметр составляет 1 400 000 километров. Это в 109 раз больше, чем у Земли. Из чего же состоит Солнце? Конечно, из того же вещества, которое изначально находилось в газопылевом облаке. 74% его массы составлял водород, 24% — гелий. Это самые легкие и самые распространенные во Вселенной элементы. Есть на Солнце и другие типы атомов. Здесь представлена вся таблица Менделеева, от лития до урана. Но их суммарная масса не превышает и 2% общей массы светила. Так было и в первичном облаке, и таким химический состав Солнца сохранился до наших дней. Солнце испускает в окружающее пространство мощный поток света и тепла. Каждую секунду в космос уходит 10 в 26 степени джоулей электромагнитной энергии. Это в 200 триллионов раз превышает энергию, которую за ту же секунду вырабатывают сегодня все электростанции мира. Кроме того, Солнце — это источник мощного потока частиц, в основном ядер атомов водорода и гелия, из которых оно состоит. Этот поток — мы называем солнечным ветром. Астрономы доказали, что Солнце светит уже 4,5 миллиарда лет, и мощность его излучения постепенно нарастает. Откуда же берется эта энергия? Выдвигались разные гипотезы. Английский физик Роберт Майер предполагал, что Солнце разогрето ударами метеоритов. Но оказалось, что в Солнечной системе давно нет такого количества падающего вещества. Немецкий исследователь Герман Гельмгольц полагал, что наше светило нагревается за счет сжатия под воздействием собственной гравитации. Но, согласно расчетам, Солнце должно было сжаться за несколько миллионов лет, однако оно светит уже в 1000 раз дольше. Английский астрофизик Джеймс Джинс
выдвинул гипотезу о том, что недра Солнца раскалились из-за высокой радиоактивности солнечного вещества. Но выяснилось, что радиоактивных элементов там явно недостаточно, чтобы обеспечить такой нагрев. Только в середине 20 века группой исследователей в Соединенных Штатах Америки под руководством немецкого физика Ганса Бетта была создана теория термоядерного синтеза, протекающего в недрах звезд. Под влиянием огромного давления, около 2 квадриллионов паскалей, и громадной температуры, 15 миллионов градусов, в центре Солнца ядра атомов водорода, протоны, сливаются друг с другом и в ходе цепочки термоядерных реакций превращаются в ядра атомов гелия. Как побочный продукт этих процессов возникают энергичные кванты электромагнитного излучения – фотоны. Так центральная область Солнца, его ядро, стала мощным источником энергии. А поскольку водородного топлива на Солнце достаточно и расходуется оно экономно, его хватит как минимум еще на 5 миллиардов лет. Но что происходит дальше? Фотоны, родившиеся в ядре Солнца, не могут уйти далеко, ведь они возникают в плотной непрозрачной среде. Фотоны сталкиваются с частицами вещества, которыми либо поглощаются, либо отклоняются. Каждая возбужденная в результате столкновения частица вещества излучает новый фотон, причем в случайном направлении – вверх, вниз, в любую сторону. Каждый новый излученный фотон обладает той энергией, которой его снабжает излучающая частица. Поэтому если в ядре Солнца рождаются только энергичные фотоны гамма-излучения, по мере удаления от центра звезды возникают и фотоны, обладающие меньшей энергией. Так излучение постепенно продвигается к поверхности Солнца сквозь его непрозрачные недра толщиной от 300 до 500 тысяч километров. Это путешествие продолжается сотни тысяч лет. Во внешних слоях Солнца толщиной почти 200 тысяч километров раскаленные потоки газа всплывают к поверхности. Этот процесс называется конвекцией, а слой, где он происходит, — конвективной зоной. Остывая за счет излучения, газ снова опускается в глубины звезды, а там он снова нагревается. Такая циркуляция формирует конвективные ячейки разных размеров. В глубине конвективной зоны возникают крупные ячейки. Ближе к поверхности ячейки поменьше. На поверхности Солнца хорошо видна грануляция. Это вершины самых мелких ячеек – гранул, каждая размером около 1000 километров. Обычно гранулы живут около 10 минут, затем распадаются, и на их месте возникают новые. Видимая поверхность Солнца называется фотосфера. Под нее мы не можем заглянуть, ниже этого уровня вещество непрозрачно. На фотосфере, нагретой до 6000 градусов, в телескопы можно увидеть вечно кипящее море гранул. Казалось бы, Солнце устроено просто. В центре работает термоядерный реактор, рожденное в нем излучение просачивается наружу, разогревая газ и запуская конвекцию. Но все оказалось гораздо сложнее. Миллиарды лет Солнце вращается вокруг своей оси,
сохраняя инерцию вращения древнего газопылевого облака. Один оборот светило совершает примерно за 25 земных суток. Недра Солнца раскалены до миллионов градусов. При такой температуре атомы теряют свои электроны, и газ превращается в электропроводящую среду – плазму. Но движение заряженных частиц – это электрический ток. Быстрое вращение Солнца создает сильные токи в его недрах. Согласно законам физики, электрический ток порождает магнитное поле. Так Солнце стало мощным электромагнитом. В физике принято изображать магнитное поле с помощью силовых линий. Если в магнитное поле поместить компас, его стрелка всегда будет направлена вдоль такой линии. Но Солнце вращается необычно. Вблизи экватора скорость вращения больше, чем вблизи полюсов. Такое дифференциальное вращение искривляет линии магнитного поля. Они скручиваются в жгуты, и эти жгуты всплывают из глубин Солнца наружу. И тогда на фотосфере появляются пятна. Солнечные пятна известны давно. Глядя на Солнце сквозь дым или туман, люди иногда видели как будто черные шляпки гвоздей, забитые в солнечный диск. Итальянский ученый Галилео Галилей в начале 17 века впервые наблюдал солнечные пятна в телескоп и начал изучение их свойств. В начале 20 века американский астрофизик Джордж Хейл с помощью нового солнечного телескопа обсерватории Маунт-Вилсон открыл в пятнах на Солнце магнитные поля, в тысячи раз сильнее магнитного поля Земли. На фоне сияющей фотосферы пятна кажутся темными, ведь их температура на 1000 или даже 1500 градусов ниже, чем в окружающих гранулах. Сильное магнитное поле подавляет конвективные потоки вещества в пятнах, и поток энергии в этих местах затруднен. Но энергия конвекции все-таки прорывается к фотосфере. Вокруг темных пятен возникают многочисленные факелы — гранулы повышенной яркости. Группы пятен и окружающие их факелы называются активными областями на Солнце. Самые крупные пятна в несколько раз превышают размеры земного шара. Они существуют от нескольких часов до нескольких недель. После исчезновения пятен старые факелы могут наблюдаться месяцами. Пятна и факелы на Солнце – самые наглядные примеры солнечной активности. Но есть и другие ее проявления. Над фотосферой Солнца находятся слои плазмы, почти прозрачные для видимых лучей. Это солнечная атмосфера. Следующий слой называется сфера цвета или хромосфера. Он виден только во время полных солнечных затмений, когда яркое сияние фотосферы загораживается Луной. Кроме того, древние наблюдатели во время затмений замечали над хромосферой странные выступы разнообразной формы. Это облака плазмы, которые получили название протуберанцы. Можно ли увидеть хромосферу Солнца с протуберанцами без затмений? Можно. Для этого астрономы разработали хромосферные телескопы, оснащенные специальными фильтрами. Фильтры таких телескопов не пропускают яркий свет фотосферы, и тогда удается увидеть полупрозрачную хромосферу. В хромосферные телескопы хорошо видна структура магнитных полей. Заметны струи плазмы,
которые протягиваются вдоль силовых линий магнитных полей. На фоне хромосферы протуберанцы выглядят как длинные темные волокна. Протуберанцы могут существовать много недель, пока не разрушатся их магнитные скелеты. Над хромосферой на огромное расстояние простирается верхняя часть атмосферы Солнца — корона. Дневное голубое небо светится ярче короны, поэтому увидеть ее на Земле можно только во время солнечных затмений, когда небо темнеет. Корона пронизана магнитными полями, которые управляют течениями плазмы. На космических аппаратах астрономы устанавливают специальные телескопы, которые видят Солнце в рентгеновских и ультрафиолетовых лучах, не проникающих сквозь земную атмосферу. На этих изображениях хорошо видны вздымающиеся в корону петли магнитного поля, по которым течет раскаленная плазма. В активных областях содержатся гигантские запасы магнитной энергии. Иногда здесь происходит ее взрывообразное выделение — солнечная вспышка. Этот процесс напоминает грандиозное короткое замыкание в электрической цепи. Плазма стремительно нагревается до миллионов градусов, а электромагнитные силы ускоряют ее частицы до огромных скоростей. Иногда вспышка сопровождается выбросом протуберанца в межпланетное пространство, а в короне распространяется ударная волна. И тогда прочь от Солнца устремляется сгусток из миллиардов тонн плазмы — корональный выброс массы. Может ли такой сгусток попасть в нашу Землю? Да, такое бывает. По магнитной оболочке Земли, магнитосфере, наносится удар. Начинается геомагнитная буря, когда магнитное поле планеты быстро и сильно меняется. Солнечные частицы, врываясь в верхнюю атмосферу Земли, вызывают полярное сияние, создают радиопомехи. Во время наиболее сильных магнитных бурь быстро меняющееся магнитное поле наводит сильные токи в линиях электропередач, выводит из строя электронику. В 1989 году канадская провинция Квебек на несколько часов осталась без электричества. Силовой трансформатор не выдержал тока, наведенного магнитной бурей. Мощная вспышка на Солнце может многократно усилить помехи в радиодиапазоне, ведь наше светило является источником сильного радиоизлучения. В 2003 году мощные радиопомехи на несколько минут вывели из строя систему глобального позиционирования GPS. Тогда, в начале нашего века, еще не было беспилотных автомобилей и спутниковых навигаторов на автомобилях, самолетах и судах. А что, если такая вспышка произойдет сегодня? Что, если отключится подача электроэнергии в большом городе, остановятся лифты и эскалаторы, выйдут из строя системы освещения, управления автомобилем, роботом, умным домом, самолетом, атомной электростанцией? Это может привести к катастрофе. Первого сентября 1859 года
На Солнце произошло самое мощное за несколько столетий событие, которое привело к сильнейшей магнитной буре на Земле. Английский астроном Ричард Керрингтон впервые в истории наблюдал сильную вспышку на Солнце. Она произошла возле огромной группы солнечных пятен. Телеграфные аппараты искрили и били током. Полярное сияние наблюдались вблизи экватора. Судя по всему, Керрингтоновское событие было вызвано залпом из нескольких корональных выбросов массы подряд. Все они попали в нашу планету. Если бы событие Керрингтона повторилось в наши дни, были бы неизбежны массовые отключения электрических и электронных систем. Вряд ли обошлось бы без технологических катастроф и жертв. В середине 19 века астрономы открыли важное и интересное свойство солнечной активности – ее цикличность. Количество активных областей, а значит и вспышек на Солнце, меняется со временем, то нарастая, то спадая до нуля. Средняя продолжительность одного цикла составляет 11 лет. Русский исследователь Александр Леонидович Чижевский обнаружил, что в ритме Солнца происходят и многие процессы на Земле. Чижевский стал основоположником новой науки – гелиобиологии, изучающей влияние солнечной активности на живые организмы. Он даже предположил, что цикличность солнечной активности может воздействовать на интенсивность социальной и политической деятельности человечества. Эти интересные гипотезы требуют дальнейших исследований. Солнце – источник жизни на Земле. Оно дает земной биосфере свет и тепло. Солнечная энергия используется зелеными растениями, а в конечном итоге всеми живыми организмами на нашей планете, включая человека. Наша цивилизация широко использует энергию, поступающую от Солнца. И гидроэлектростанции, и ветряные установки – работают на трансформированной энергии солнечного тепла. Уголь, нефть и природный газ отдают нам энергию солнца, когда-то воспринятую растениями, а затем запасенную в недрах земли. От проявлений солнечной активности, потоков солнечного ветра и корональных выбросов массы, от убийственного рентгеновского и ультрафиолетового излучения могучего Солнца нас защищают атмосфера и магнитосфера Земли. Наземные и космические телескопы следят за нашим главным небесным светилом. Астрономы ведут непрерывный мониторинг солнечной активности, учатся прогнозировать ее проявления, все глубже проникая в тайны самой близкой к нам звезды, которую мы называем Солнцем.